Достойно главное, достойно любые встречи времена. Когда эпоха то застойка, то взбаламучена. Когда эпоха то застойка, то взбаламучена. Достойно главное, достойно, что раздаватели щедро не довели тебе достойно и не заткнули сеном ров. Не довели тебя достойно и не заткнули сеном ров. Пред временем падение на трусость душу не потравил, но приготовь себя к потере всего, что страшно потерять. Но приготовь себя к потере всего, что страшно потерять. Скажи себе, такую малость, и это можно пережить. Скажи себе, такую малость, и это можно пережить. Доброго вам всем вечер, дорогие друзья. Сегодня 21-й фестиваль, посвященный памяти замечательного русского певца Аркадия Демидовича Звездно-Северного, проходит здесь, на сцене самого крупного и самого современного, без сомнения, в Санкт-Петербурге, концертного музыкального клуба А2 «Грин Концерт». Сегодня впервые за 21 год своего существования фестиваль приехал сюда. Ну, скажу для тех, кто в зале, естественно, полная демократия. Мы, конечно же, открыли двери вот сейчас, ровно чуть более 13 часов дня, вот как раз включилась эта композиция Аркадия Северного на стихи Евгения Евтушенко. Композиция достойно сегодня открыла 21-й фестиваль. И, конечно же, каждый из тех, кто придет сюда за эти 7,5 часов, может выбрать для себя интересную музыку. И, конечно же, подчеркиваю то, что было в нашем очередном анонсе, вход абсолютно свободный. За билеты платить не надо. И, конечно же, все, что мы делаем на фестивале Аркадия Северного за 21 год, рассчитано на то, чтобы продолжить, конечно, традицию той песни, которой занимался этот невероятно талантливый русский певец-самородок, человек, который 8 лет с 1972 года по 1980 год фактически пел
в абсолютном подполье ту музыку, которую считал актуальной не только для себя, но и для России в тот момент, когда все это происходило. В тогдашнем Советском Союзе Аркадий Северный, конечно же, был абсолютно уникальным певцом, потому что его никто никогда не видел. И Аркадий Северный никогда не дал ни одного официального концерта, что было невозможно и из-за репертуара музыки, которым он занимался, ну и, естественно, из-за отсутствия у него статуса профессионального артиста. Тем интересно то, что смог он сделать за годы своего песенного творчества. Он записал чуть менее 1500 песен и дал более 100 записанных на магнитофонную пленку концертов, которые происходили совсем не только в Ленинграде, хотя большинство их записано здесь, но и в Одессе, Херсоне, Киеве. Он катался по России, и что было совершенно необычно, вот эта вот музыка, она становилась по-настоящему народной и невероятно популярной. Подчеркиваю, ни одного официального концерта и ни одной официальной профессиональной студийной записи за все годы творчества не было сделано Аркадием Северным. Тем интересно то, что сейчас, спустя 36 лет после его ухода из жизни, он ушел из жизни 12 апреля 1980 года, в День космонавтики, тем важно то, что происходит с его репертуаром, с его песнями. Наша студия приложила все возможные усилия, продолжает заниматься сейчас, для того, чтобы собрать все его записи, восстановить их, реставрировать. И на сегодняшний день более 1340 песен, если вот быть точным, опубликовано студией «Ночное такси» в реставрированном качестве. Все это доступно, естественно, на компакт-дисках, которые мы выпускаем с 1994 года. Все это доступно теперь на самых современных хостингах цифровой агрегации музыки, в первую очередь на iTunes. И, кстати, скажу для истории, коллекция песен Аркадия Северного, которая размещена в нашей студии в этом крупнейшем музыкальном магазине мира на iTunes Store, она является, мы даже сертификат такой получили, самой крупной коллекцией одного имени русскоязычного исполнителя. Вот так сложно это называется, поскольку действительно коллекция Аркадия Северного из всего, что находится на iTunes, это самая-самая большая коллекция одного певца. Что касается сегодняшнего нашего фестиваля, я буду здесь с моим другом Михаилом Дюковым. Естественно, мы расскажем вкратце о каждом из музыкантов. Могу сказать, что это 36 исполнителей, 36 солистов. Это ровно 64 музыкальные композиции. И, конечно же, наша основная задача – показать вам русскую музыку в развитии. Несмотря на то, что фестиваль Аркадия Северного, конечно же, фестиваль мемориальный, но на самом деле мы совершенно не предлагаем музыкантам исполнять его репертуар. Я считаю, что правильнее поддерживать такое огромное число лет, я имею в виду именно 21 год этого фестиваля, именно тему Аркадия Северного, тему искренней, неподцензурной, простой русской музыки, в которой, конечно же, в основе шансон по-русски, как мы это сейчас называем, но есть и элементы фолк, и джаз, и рок-музыки. И вот именно то, что хотел и умел так бесподобно, по-другому не скажешь, делать он, конечно, очень важно, чтобы поддерживало то поколение музыкантов, которое живет сейчас, которое является нашими с вами современниками. Поэтому фестиваль Аркадия Северного всегда приветствует авторов и, естественно, людей, которые исполняют, подчеркиваю, именно свой репертуар, совершенно не делая акцента на том, что это должна быть именно музыка из репертуара Аркадия Северного. Ну, теперь будем представлять каждого из наших участников. Мы начнем, конечно, по нашей давней традиции с «Братьев Жемчужных», с того самого коллектива, который аккомпанировал Аркадию Северному в 70-е годы. И сегодня «Братья Жемчужные» в современной версии с вокалом замечательного музыканта, прекрасного аранжировщика и аккордеониста Виктора Смирнова будут открывать 21-й фестиваль, посвященный памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Итак, «Братья Жемчужные», Виктор Смирнов и «Годы мчатся» в открытии 21-го фестиваля памяти Аркадия Северного в Питере. А можно гитару ритм включить? Годы мчатся без возврата.
не жалеем ни фамилий, ни имен. Пусть осталось жить немного, но однако мы по жизни все ж с улыбкою бредем. Жизнь ломала наши души, не жалея и не плача, оставляя боль утрат, отнимала и свободу, и семью. И Аркадий, и Раменский, и Володя растеряли в тюрьмах молодость. Нам снятся ночью лагеря, и о прошлом злая память, и о прошлом злые сны. Андрюша, сыграй! Но надежда остается, ребята, хоть на месте уже ровно 20 лет. Нам надежду на троих делить придется. В этой песне мы надежде шлем привет. Жизнь ломала наши души, не жалея и не плача, оставляя боль утрат, отнимала и свободу, и семью. Наша старость незаметно к нам подходит. Только что она несет с собой, может, как и всей семье покой. Может, снова злую память, может, снова злые сны. Годы мчатся без возврата. Не жалея ни фамилий, ни имен. Пусть осталось жить немного, но однако мы по жизни все ж с улыбкою бредем. А сейчас, как я уже сказал, на сцене появится коллектив Славы Шалыгина, прекрасного питерского музыканта. Впервые в 2002 году, когда издавался их самый первый альбом, они пришли ко мне. Они пришли и попросили поддержать это издание. Было это, подчеркиваю, 14 лет назад. Вот с тех пор мы дружим. В прошлом году «Ля Минор» работал с нами и на фестивале 20-м юбилейном. И, конечно же, сегодня я с большим удовольствием пригласил их для открытия этого нашего сегодняшнего фестиваля. Ребята действительно являются, наверное, самыми последовательными хранителями музыки Аркадия Северного и вообще музыки тех лет, 70-х годов, непоцензурной русской песни, потому что на самом деле работает в основном тот репертуар, который пел Аркадий, но, конечно, работает это по-современному, это то, что, я считаю, смело можно называть «Мост времен», потому что, конечно, это те песни, но они уже по-другому сыграны, они, конечно, играются в другом темпе, это, конечно, современная музыка, но музыка, которая точно соблюдает традицию, музыка, которая эту традицию развивает. Два слова о Славе и «Ля Миноре», конечно же, скажет сейчас Михаил Дюков. На самом деле, наверное, Слава один из, и, собственно, группа «Ля Минор» одна из последних, кто занимается акустической записью, акустическими концертами. Это всегда очень интересно, приятно. Тем более, это вот на самом деле за полчаса было сыграно за сценой, то есть они сыгрались и вышли. Сейчас вы увидите то, что было сделано прямо у нас на глазах. Спасибо. Ну что же, встречаем. Это питерская команда «Ля Минор», и вокал принадлежит руководителю основательного коллектива, замечательному питерскому парню Славе Шалыгину. Слава, сцена твоя. Вечером дневою догорает
тихо в Ленинграде в этот час. Я хочу, чтоб ты была со мною, но тебя со мною нет сейчас. Я хочу, чтоб ты была со мною, но тебя со мною нет сейчас. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Карточку твою бесценной ношей я ношу в кармане с того дня. Да чего же ты была хорошей, горяча была любовь твоя. Да чего же ты была хорошей, горяча была любовь твоя. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Подуй мне свежий ветер, волосы развей сильнее дуй. Помнишь наши ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Помнишь наши ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Дело было поздней осенькой, с неба мелкий дождик моросил. Шел парнишка пьяною походкою, тихо плакал и о ней грустил. Шел парнишка пьяною походкою, тихо плакал и о ней грустил. Подворотне пара показалась, не поверил я своим глазам. Шла она к другому, прижималася, и уста тянулись к устам. Шла она к другому, прижималася, и уста тянулись к устам. Пой, играй, гитара семиструнная, пой, подруга верная моя. В жизни я любил одну лишь девушку, да и то была мне неверна. В жизни я любил одну лишь девушку, да и то была мне неверна.
хмель мою покинул вмиг головушку. Из кармана выхватил наган, выстрелил 7 раз в свою зазнобушку, а в ответ услышал хулиган. Выстрелил 7 раз в свою зазнобушку, а в ответ услышал хулиган. Ах, зачем былое вспоминается? Ах, зачем тоска волнует грудь? Ой, гитара, плачь, гитара милая, что прошло, того уж не вернуть. Ой, гитара, плачь, гитара милая, что прошло, того уж не вернуть. Спасибо большое. Ну, сейчас на сцену готовится выйти автор-исполнитель из Москвы. Зовут его Андрей Гражданкин. Андрей готовится вместе с целой танцевальной группой чудесных принцесс, которые уже вышли на сцене, вышли на сцену. И, конечно же, я должен 2 слова сказать обязательно о нем. Ну, во-первых, Андрей – это, конечно же, автор-исполнитель своих композиций. Он сам сочиняет песни, причем в разной стилистике. Есть и такая достаточно традиционная лирика, близкая к эстраде. Есть и совсем шансон, есть песни на военные темы. Он любит петь дуэты. И если вы внимательно посмотрите на фильмы телеканала «Ночной такси» на YouTube, то вы встретите и дуэты Андрея Гражданкина, ну и, естественно, его сольные песни тоже. В этом 2016 году он появится в наших фильмах сейчас 2 раза. Вот сейчас он будет петь для вас, и затем в следующем фильме, который будет сниматься через 1,5 месяца, 30 мая на этой же сцене, будут исполнены еще его новые композиции. Так что Андрей Гражданкин, Москва, встречаем. Сачий костюм и машина последней модели, и диплом адвоката, и 1000 выигранных дел, и устало глаза за рулем на дорогу глядели, что хотел, все сбылось, и везде вроде в жизни успел, и весомых всегда тебе хватит своих аргументов, лишь тебе и закону известен удела исход. И стоит, как на исповедь, очередь разных клиентов, тех, кого защитить, к тебе небо сегодня пришлет. Мой адвокат, ты словно врач, спасая жизнь, порою ходишь ты по краю. Мой адвокат, усталый глаз своих не прячь, как нелегко тебе, поверь, я это знаю. И порою тебе не хватает своих убеждений, самому у себя выиграть то, что зовется покой. И включается твой адвокатский проверенный гений, и один на один быть законом тебе не впервой. В слове сила твоя, в слове правда и в слове защита, и подергать за ус, ты удачу был искренне рад. И защита твоя монолитней и крепче гранита, ведь от Бога дано, в жизни этой ты есть адвокат. Мой адвокат, мой адвокат, ты словно врач,
спасая жизнь, порою ходишь ты по краю. Мой адвокат, усталых глаз своих не прячь. Как нелегко тебе, поверь, я это знаю. Мой адвокат, законом, как всегда, на вы. За нами правда, улыбнешься ты лукаво. И согласившись, судьи скажут, вы правы. А в зале крикнут громко, адвокату браво. Мой адвокат, мой адвокат, ты словно врач. Спасая жизнь, порою ходишь ты по краю. Мой адвокат, усталых глаз своих не прячь. Как нелегко тебе, поверь, я это знаю. Мой адвокат, законом, как всегда, на вы. За нами правда, улыбнешься ты лукаво. И согласившись, судьи скажут, вы правы. А в зале крикнут громко, адвокату право. Любви, ты назвала подруга ночь.
есть подруга ночь. Как мотыльки летим на свет. Ты звезд в ночи, родная дочь. Во снах я видел твой портрет. Сейчас я приглашу на эту сцену нашего друга, вот он уже занимает позицию свою, нашего друга из Калининграда, я уже упомянул о нем, это замечательный автор и исполнитель Евгений Любимцев. Так случилось, что уже 6 лет назад, в 2010 году, мы издали самый первый его компакт-диск. Познакомились мы раньше, в Калининграде познакомил нас Михаил Дюков, когда проводил там один из фестивалей. И я был очень рад, что это знакомство переросло в дружбу, поскольку теперь уже каждый год издаются вот эти 6 лет альбомы Евгения Любимцева, и могу вам сказать по секрету, как говорится, всему свету, что совсем скоро, относительно сегодняшнего дня, буквально через неделю, из печати выходят еще два его проекта, сделанные нами. Это аудиоальбом «Одесские бульвары», где именно одесская классика в его интерпретации, и уже третий, подчеркиваю, третий видео диск формата DVD, который, собственно, сделан из того материала, который записан на съемочных площадках студии «Ночной такси». Он, кстати, здесь абсолютный рекордсмен. Это уже третий, подчеркиваю, видеосборник, который сделан из тех съемок, в которых он принимает участие регулярно. С большим удовольствием приглашаю на сцену 21-го фестиваля замечательного Евгения Любимцева. Встречаем. В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, Жанетта поправляет такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулятся, врываясь в улицы, и клёши новые ласкают бриз. Идут они туда, где можно без труда сказать себе и женщин, и вина. А утром в этот порт ворвался теплоход, залитый серебром прожекторов. И вскоре чуть рассвет вошли в таверну Кэт 14 французских морячков. Идут сутулятся, врываясь в улицы, и клёши новые ласкают бриз. Идут они туда, где можно без труда сказать себе и женщин, и вина. Увидев англичан, французы были все разозлены. И кортики достав, забыв морской устав, они дрались, как дети сатаны. Но спор в Кейптауне решает Браунинг, и англичане начали стрелять. Война вошла туда, где можно без труда сказать себе и женщин, и вина. Когда пришла заря в далекие края, отправился французский теплоход. И больше не зайдут на каменный редут 14 французских морячков. Не быть им в плавании, не видеть гавани, и клёши новые залила кровь. И мне пойти туда, где можно без труда сказать себе и женщин,
наши новые ласкают бриз. И мне пойти туда, где можно без труда сказать себе и женщин имена. Сказать себе и женщин имена. Качает ветер фонари над головой, и мы гуляем в старом парке над рекой. И клёны плачут пожелтевшую листвой. Ведь расставаться нам приходится с тобой. А сколько раз я ошибался, так любя. Ведь все на свете я отдал бы за тебя. Ведь все на свете я отдал бы за любовь. Все для того, чтобы быть любимая с тобой. А я прошу, прошу тебя, не уходи. Ты за любовь мою несчастную прости. Как жаль, что нам с тобой уже не по пути. Ты отпусти меня, как птицу отпусти. А я прошу, прошу тебя, не уходи. Ты за любовь мою несчастную прости. Как жаль, что нам с тобой уже не по пути. Ты отпусти меня, как птицу отпусти. Наступит время и для нас. Когда-нибудь увижу блеск любимых глаз. Ты для меня немного счастья сохрани. Поверь, что лучшее все будет впереди. А я прошу, прошу тебя, не уходи. Ты за любовь мою несчастную прости. Как жаль, что нам с тобой уже не по пути. Ты отпусти меня, как птицу отпусти. А я прошу, прошу тебя, не уходи. Ты за любовь мою несчастную прости. Как жаль, что нам с тобой уже не по пути. Ты отпусти меня, как птицу отпусти.
паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Да, я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, ведь сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Постой, паровоз, не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Да, я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Сейчас на сцене нашей появится замечательный автор-исполнитель, в честь которого мы очень подружились за эти несколько лет. Он работает с нами уже третий год. Зовут его Игорь Квинто. Он проживает в маленьком, очень красивом городе Дмитров, который находится буквально в нескольких километрах от Москвы. Но все-таки да, это не Москва, это Дмитров, поэтому мы всегда так по его просьбе его и представляем. Человек, на мой взгляд, необычайно талантливый, человек, который все пишет для себя сам. Он полноценный автор-исполнитель, стихи, музыка, все его. Признаться, когда мы записали 2 года назад его первые песни здесь на видео, то я здорово удивился, потому что я давно не слышал такой качественной жанровой музыки. Выяснилось, что действительно брат у него был в местах не столь отдаленных, и, откровенно говоря, брату и посвящались его песни, но такая необычная взрывная искренность в этих песнях, совмещенная с мелодизмом, с прекрасными аранжировками, и я, признаться, очень рад, что все это продолжается. Я надеюсь на то, что мы сделаем 2 альбома для Игоря, надеюсь на то, что мы сделаем и альбом аудио, потому что у него материала, по моим подсчетам, на 2 альбома. И я думаю, что вполне и пора бы уже их издать, поскольку это, подчеркиваю, очень интересный материал. И поскольку объем видео, который снят на наших съемочных площадках, тоже, в общем, уже немал, то надо делать, конечно, уже диск формата DVD. И я уверен, что все это будет очень хорошо воспринято аудиторией, поскольку это действительно очень искренний и очень острый материал. Ну, сейчас я буду показывать вам 3 самые новые песни Игоря. Он буквально вскочил в последний вагон вот с сегодняшним фестивалем. Я, признаться, не думал, что он приедет, успеет сделать материал, но он позвонил мне буквально 2 дня назад и очень попросил о том, чтобы сегодня в этом фестивале было место для него, и, конечно, я не мог ему отказать. Итак, Игорь Квинто, Дмитров, встречаем. Ты умеешь
ласкать словами обидными, не попрекать, возвысив уверенным, сделать меня, а ночью рыдать, никого не виня. С молитвой подходишь к иконе, минуту грешишь, закурив на балконе. Через две вкусный кофе у меня на столе и разряжен патрон в вороненом стволе. Прогнала все проблемы и края не стала, хрустальным ручьем дальше жизнь побежала. Выросли дети, да и с прошлым расстался. Ты любовь подарила мне, вот я и остался. До конца дней хочу быть с тобой, мы небом повенчаны или судьбой. Есть тыл и не страшно начать все сначала, здоровье бы только не подкачало. Ты самая светлая, нет слов у меня, и конь дал клятву, ты мне жена. Маме спасибо, папа мастер левша. Ксения дочка, человечек душа. Прогнала все проблемы и края не стала. Хрустальным ручьем дальше жизнь побежала. Выросли дети, да и с прошлым расстался. Ты любовь подарила мне, вот я и остался. Портовый тихий скромный городок, бульвары моря в зелени фонтаны, красивую историю любви услышал я на берегу лимана. Мальчишке было от роду 5 лет, жил с мамой возле южного вокзала. Попробую стихами рассказать, как было по порядку все сначала. Попробую стихами рассказать, как было по порядку все сначала. Родной сестре 3 годика всего, не знала ни восхода, ни заката. Жизнь угасала в ней, как уголек. Спасением было лишь согласие брата. Такой же точно перенес недуг тот, что сестренку приковал к постели. Все от икон, не отрывая губ, молились, чтобы вылечить успели. Нужна родная кровь, вот в чем вопрос. Мальчишка лоб вспотевший молча вытер, подумал и неспешно произнес: спасете, если, то тогда берите. Молчал, а по щеке ползла слеза. Ручонка маленькая чуть дрожала.
он рядом лег, закрыв свои глаза. Кровь братика к сестренке побежала, а после, улыбнувшись, загрустил. В глазах уставших промелькнула жалость. Врача мальчишка шепотом спросил: а сколько дней до смерти мне осталось? Вокруг опешили все в одночасье. Уверен был он, отдавая кровь, спасет, а сам умрет, но дал согласие. Вот это, братцы, братская любовь. Хэппи-энд истории печальной в сердцах и в памяти людей живет. Когда ты любишь, это не случайность, дать жизнь другому, зная, что уйдешь. Когда ты любишь, это не случайность, дать жизнь другому, зная, что уйдешь. Пацанка в платье из ветра кружится. В небе луна, душно и жарко. Одиночество ночь, мне не спится. Сердце стучится в закрытые двери. Мысль об одном, без конца и начала. Ты обещала дождаться, я верю в то, что дождешься, раз обещала. Время придет, перелетные птицы двинут на юг, презирая границы. Девочка лето с грустной улыбкой всех нас простит, забывая ошибки. Глаз не сомкнуть, закурю сигарету. Время течет между пальцев водой. Зеленоглазая девочка лето, дай только срок, я станцую с тобой. Глупой надежды опавшие листья землю укрыли густым покрывалом. Я на свободе, жаль только лето. Девочка лето не дождалась. Время придет, перелетные птицы двинут на юг, презирая границы. Девочка лето с грустной улыбкой всех нас прости, забывая ошибки. Всех нас прости, забывая ошибки.
Перелетные птицы двинут на юг, презирая границы. Девочка лето с грустной улыбкой всех нас простит, забывая ошибки. Всех нас простит, забывая ошибки. Всех нас простит, забывая ошибки. А что касается следующего нашего участника, вот он такой красивый во всех отношениях, зовут его Виталий Седов, он не первый раз уже работает у нас, он прибыл к нам из Москвы. Надо особо сказать о том, что Виталий по профессии медик, и медик хороший, практикующий. Очень приятно, что он совмещает медицинскую профессию с музыкой, потому что я вообще считаю, по своему опыту знаю очень много талантливых врачей, медиков, которые, в общем-то, поют не менее талантливую музыку, которые сами сочиняют, что в этих профессиях есть что-то, очевидно, общее. Потому что, очевидно, все это связано с таким вот понятием, как человеческая душа. Я думаю, так на самом деле. Поэтому я очень рад, что Виталий Седов вновь работает с нами. Нас познакомил мой друг, московский продюсер Володя Стольный. И уже не первый раз Виталий, подчеркиваю, прибывает на съемочную площадку студии «Ночной такси» в Санкт-Петербурге. Но вот сегодняшний 21-й ежегодный фестиваль памяти Аркадия Северного не стал исключением. Итак, встречайте, Виталий Седов, Москва. Дорогих машин, и тебя, наверное, знает любой. Это просто любовь. Я построю тебе корабль, поплывем мы на нем куда не знаю. Будет он самым настоящим раем, дорогая. Я построю тебе корабль, тебе мне ведь не нужна другая. Только где же, скажи, найду тебя я, дорогая. Только ты мне одна нужна, ты такая на земле одна. Понимаешь ты меня, как никто. Обещаю тебе, что я построю тебе корабль. Плывем мы на нем, куда не знаю. Будет он самым настоящим раем, дорогая. Я построю тебе корабль, лишь тебе мне ведь не нужна другая. Только где же, скажи, найду тебя я, дорогая. Построю тебе корабль, поплывем мы на нем, куда не знаю. Будет он самым настоящим раем, дорогая. Я построю тебе корабль, лишь тебе мне ведь не нужна другая. Только где же, скажи, найду тебя я, дорогая.
Я очень рад тому, что когда-то, очень много лет назад, в самом конце 80-х годов, познакомился с Сережей Порощуком и с созданной им командой НЭП. Они были у нас в гостях на радио, на нашей программе «Формула шансона». Хотя, в общем, никогда специально шансон не играли. НЭП всегда играл такой весьма интересный русский рок. Такой, в общем-то, где-то близкий иногда к хард-року. И, конечно же, Сергей Порощук для меня, в первую очередь, очень талантливый автор-исполнитель. Конечно же, «Ветер вагонов», тот их хит конца 80-х годов, сделал эту команду очень известной. Сергей поработал, кстати, в сборном таком коллективе, который назывался «Дубы-колдуны», где они в таких рок-н-ролльных обработках, свойственных тогда для питерской рок-музыки, сделали и сыграли большое количество музыки 70-х годов, в общем, совершенно не рок, в том числе, конечно, и музыки из очень популярных кинофильмов 70-х. Мы дружим вот такое огромное количество лет, дружим уже четверть века. Скажу честно, я уже приглашал сюда, на эту сцену, в питерский концертный клуб «А2 Грин Концерт» Сергея Порощука и его музыкантов. Это было на 30-летие студии «Ночное такси», то есть это было в ноябре. Я специально это сделал, потому что на самом деле у нас на нашем канале на YouTube есть видео, где мы с Сережей Порощуком, откровенно говоря, ровно на 15 лет моложе, чем та съемка, то есть в 2000 году. И я очень хочу продолжения, потому что знаю, что Сергей обладает большим умением сочинять песни. И я знаю, что он не чурается того, что в нашем языке называется unplugged, то есть без электричества, без барабанов, без всего вот такого мощного драйвового электроварианта. И все это можно сделать в акустике и, конечно, записать это в студии «Ночное такси». И вот мы договорились осенью, я думаю, что летом этого года, очевидно, мы эту работу начнем, поскольку Сергей сейчас подбирает материал, и мы сможем сделать его акустический альбом, а это одна из профессиональных специализаций студии «Ночное такси». Я бы с огромным удовольствием, конечно, сделал все это с ним и представил уже вам все это в качестве полноценной альбомной работы на компакт-диске, ну и, конечно, снял бы для всего этого видео. Но вот это в будущем, а сейчас, в современное время, Сергей Порощук уже второй раз с НЭПом на съемочной площадке студии «Ночное такси», и я с большим удовольствием приглашаю его на сцену 21-го фестиваля памяти Аркадия Северного в Питере. Глаза свои закрою, поманила ночь лунною, как нахальный новый день пожирал тупую лень. Позабыть предавших весну, зиму, лето, осень. Сердце сжатое от боли и умираем мы в неволе. Знай, только не день.
Я сейчас приглашу на сцену музыканта, который дружит с нами уже достаточно давно. Он дружит с нами уже 4 года, с 2012 года. И всегда, когда я приглашаю Владимира Кисткина на сцену, я рассказываю совершенно уникальную историю, собственно, нашего знакомства. Если бы кто-нибудь мне об этом рассказал, я бы, признаться, не поверил вообще. Дело все в том, что в новогоднюю ночь, ну, если быть точным, не новогоднюю ночь, конечно, а рождественскую, вот я точно это вспоминаю, рождественскую ночь 2012 года, соответственно, январь 2012 года, на моем телефоне раздался звонок. И, заметьте, абсолютно трезвый голос сообщил мне о том, что он хочет работать в студии «Ночное такси». Вот, он все про нас уже знал, ознакомившись с порталом нашей студии. Ну, обычно такого не бывает, конечно, никогда. Я поблагодарил человека за то, что он, в общем, не спит в это время, и подумал, что вряд ли что-нибудь этого дела получится, потому что, откровенно говоря, в рождественскую ночь не думают о музыке и о ее записи. Но самое интересное было другое. Самое интересное было то, что на следующий день, следующую, после рождественскую ночь, тот же голос позвонил, он представился, что он Владимир Кисткин из города Сарова, и сказал о том, чтобы я не подумал, что в прошлый раз он позвонил случайно, что он заочно все знает про студию «Ночное такси», поскольку давно занимается музыкой, и он, откровенно говоря, действительно хочет записываться у нас, издать свой компакт-диск и принимать участие в наших видеосъемках. Вот с тех пор, как он тогда в Рождество об этом сказал, так это все и продолжается уже 4 года. С большим удовольствием, конечно, сегодня на сцену 21-го фестиваля, посвященного памяти Аркадия Северного, я приглашу этого музыканта, но перед его выходом на сцену, конечно, два слова скажет Михаил Дюков. Вот Владимир Кисткин, чем мне нравится, это такая музыка ретро 70-х, 80-х годов, всегда такое ощущение танцплощадок. Вот у него свой почерк, свой такой, такая своя манера, и из альбома в альбом она переходит, и Владимира Кисткина ни с кем не спутаешь. Встречайте. О, как жестоко ты со мной! Где мне взять такие силы? Я виноват перед тобой, что полюбил тебя так сильно. Какой же ветер злой унес те наши чувства неземные и растоптал небес любовь, дарованной нам, знаю, свыше. А со мной живет любовь бескрайняя, только рядом нету лишь тебя. И остались лишь воспоминания тебе одной, любимая. Как мы гуляли у пруда и у рябины обнимались, а насекомая орда нам целоваться не давала. Но жизнь идет своим путем, и курс меняет свой на новый. Мы были вместе под дождем, ну а сейчас под солнцем порознь. А со мной живет любовь бескрайняя, только рядом нету лишь тебя. И остались лишь
родной, любимая. Сейчас на нашей сцене появится впервые певица и автор, конечно, в первую очередь, из города Новосибирска. Я уже говорил о том, что география фестиваля памяти Аркадия Северного огромна, это практически вся Россия. И, конечно же, для меня очень важно, что каждый раз появляются новые люди. Ну вот для видеосъемок студии «Ночной такси», для наших фильмов «Концертов» новый человек Наташа Онегина, но совершенно не новый для издания музыки, поскольку мы издали год назад ее компакт-диск первый, и я знаю, что он очень-очень понравился публике, потому что это действительно очень качественная работа, она сама автор, и я считаю, что то, что получилось, получилось очень-очень достойно. Мне было очень приятно, когда это издание сделали мы. Хороший, интересный, разноплановый материал, и я остался очень доволен тем, как все это получилось. Наша студия делала часть работы по звуку, мы делали цифровой мастеринг этих фонограмм, хотя записывались они в Новосибирске. Достойное издание, я думаю, вне всякого сомнения, со мной согласилась аудитория, потому что все произошло очень и очень достойно по узнаванию Натальи Онегиной. А вот что касается видео, то до сегодняшнего дня у нас было только интервью, записанное в студии, тогда, когда она приезжала и привозила свои материалы для издания компакт-диска. А вот на съемочной площадке Наталья Онегина у нас впервые. Я очень рад, что все это состоялось, и приглашаю ее на сцену 21-го фестиваля памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Наталья Онегина, Новосибирск, встречайте. Красивые есть города, чужие края и земли, но тянет меня как магнитом сюда, где выросли все друзья, любимые сердцем родные места и свадьбы и дни рождения, бескрайнее небо, а в нем чистота, все это Россия, Россия, твоя и моя любовь. Россия, такое большое сердце. Россия, ты можешь понять без слов. Россия, Россия. Здесь дышится легче, когда тяжело. Все важно и все знакомо. Если беда, то к тебе под крыло слетается страх и млад. Здесь за руки крепче берется народ и тает всемирный холод. И с нами всегда надежда живет, что свет побеждает мрак. Россия, твоя и моя любовь. Россия, такое большое сердце. Россия, ты можешь понять без слов. Россия, Россия.
можешь понять без слов. Россия, 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 твоя и моя любовь. Россия, такое большое сердце. Россия, ты можешь понять без слов. Что касается музыканта, который сейчас будет работать здесь, то по уже сложившейся традиции Андрей Егоров обязательно поет в фестивале памяти Аркадия Северного. И, конечно же, сегодняшний фестиваль никак не мог без него обойтись. Но, надо сказать особо, что время бежит очень быстро. Нам кажется, что вроде мы познакомились вчера, но на самом деле это было совсем не вчера, это было в 2004 году, это было 12 лет назад, и студия «Ночное такси» не просто издала, а записала самый первый альбом Андрея Егорова. И для меня очень приятно, что вот подружившись с нами и познакомившись тогда на этой работе, он с нами и остался. И в нашем оркестре, в оркестре студии «Ночное такси», который вам хорошо известен по съемкам, которые мы ведем уже более десятилетия, он занял свое достойное место. То есть он прекрасный гитарист, он совершенно прекрасный вокалист, и я очень рад, что такое огромное число лет, вот подчеркиваю, 12 лет продолжается наше сотрудничество. И, конечно, сегодня он поет для вас на 21-м фестивале памяти Аркадия Северного. Ну вот это моя предыстория и его выступление. И, конечно, я с удовольствием передаю микрофон Михаилу Дикову, поскольку он все знает и относительно того первого альбома, о котором он писал как журналист, как рецензент, когда мы издали этот компакт-диск. В 2005 году это все состоялось. И я с удовольствием передаю ему микрофон для его комментария перед выходом на сцену Андрея Егорова. Ну, собственно, я знаю и про второй альбом, который вышел буквально в прошлом году. На самом деле, Андрей Егоров потрясающий гитарист для меня, потому что я, ну, слухач, я всегда слушаю, и очень интересно, как он это делает. И, конечно, обаятельный певец. Он очень разноплановый. Он может петь романс, он может петь какую-то обаятельную городскую классику и какие-то городские вещи. И вещи современные ему тоже подвластны. Встречайте на сцене 21-го фестиваля имени Аркадия Северного. Месяц подряд не видать берегов. Третий месяц подряд бой соленых ветров. Что грустишь, старина, боевой капитан? Нерешительность нам не простит океан. Боевой капитан, ранний блеск седины проходил сквозь туман, уводя от беды. И мы верим в тебя, ты же нам как отец. Экипаж твой семья, звездный знак твой телец. Мы вернемся домой из глубин темноты. Сотни миль за спиной, и уж все позади. И поднимем стакан, выпьем терпкий настой. Будь здоров, капитан, за тебя стоя пьем. Пьем за женщин любимых, за улыбки детей. Пьем за наших родимых, за верных друзей. Но весла сушить рановато пока. Верой и правдой служить,
да не дрогнет рука. У тебя ведь жена, двое малых детей. Мы с тобою не зря путь прошли без потерь. Только с верой в победу удача нас ждет. И любовь, и надежда, да поможет Господь. Я за женщин любимых, с улыбки детей. Пьем за наших родимых, за верных друзей. Но весла сушить рановато пока. Верой и правдой служить, да не дрогнет рука. Мы вернемся домой из глубин темноты. Сотни миль за спиной, и уж все позади. И поднимем стакан, выпьем терпкий настой. Будь здоров, капитан, за тебя стоя пьем. И поднимем стакан, выпьем терпкий настой. Будь здоров, капитан, за тебя стоя пьем. Сейчас на сцене 21-го фестиваля памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге появится совершенно замечательный автор. Я обязательно скажу предысторию нашего знакомства. И при этом надо сказать о том, что как раз то, что мы говорили о географии участников этого фестиваля, оно совершенно справедливо. И на самом деле это еще один родившийся в Новосибирске человек, но правда уехавший оттуда сюда поближе к нам, на большую землю. И, конечно же, Дмитрий Теляковский сегодня вновь будет работать на нашей сцене. Мы познакомились, в общем-то, не так давно, но при этом это знакомство переросло в большую и хорошую, и профессиональную, и человеческую дружбу. Он по профессии журналист, есть, кстати, книги его, есть его стихи, совершенно не предназначены для того, чтобы они стали песнями, но это действительно очень талантливый человек, который обладает очень образным языком, человек, который очень хорошо знает, что он хочет сказать людям. Мне было очень приятно, когда мы поработали первый раз, через некоторое время он вернулся к съемкам в студии «Ночное такси», и при этом, что немаловажно, в прошлом, в 2015 году, мы издали сразу 3 компакт-диска для Дмитрия Теляковского. То есть это на самом деле своего рода рекорд. Каждый месяц издавался по один его оригинальный компакт-диск, и все это очень и очень заинтересовало публику. Что интересно, сегодня для вас целый большой блок из 5 песен Дмитрия Теляковского, причем на сцене будет и его аранжировщик Карен, который тоже переехал из Новосибирска ближе сюда к нам. Они переехали в город Обнинск. Это достаточно близко от Москвы, ровно 100 километров. И занялись там, собственно, профессиональной деятельностью. Поэтому сегодня Карен приглашен Дмитрием для участия в этой съемке, и вы увидите на сцене того человека, который уже много лет делает его музыку. Почему 5 песен, такой большой блок, могу объяснить, потому что ребята должны были часть композиций исполнить, приехав сюда на нашу прошлую съемку 29 февраля. Но так случилось, что произошла проблема, они попали в неприятную ситуацию с своим автомобилем под Тверью, позвонили уже с дороги, и я решил, для того, чтобы эти песни обязательно были исполнены, совсем новые, с новыми аранжировками, естественно, дать возможность на фестивале памяти Аркадия Северного, то есть сегодня, ребятам исполнить не 2 композиции, которые планировались для фестиваля, а и те 3, которые оказались из-за этой ситуации не записанными на видео. Ну вот такая предыстория этого большого 5-песенного блока. Они тут сегодня у нас в этом смысле чемпионы. Больше 5 песен никто физически спеть не сможет в этом большом фильме-концерте. Ну и перед тем, как Дмитрий Теляковский появится на сцене, конечно же, слово Михаилу Дику.
Песни Дмитрия Трияльковского – это очень такой сложный, наверное, симбиоз. Где-то песни народные, где-то даже фольклора, потому что он обращался к этому. Это и городская баллада, и немножко рока, и немножко блюза, джаза. То есть, на самом деле, вот это та русская песня, которая развивается, растет, то есть из 20 века перейдя в 21-й. Это надо смотреть, надо слушать. И на самом деле, вот даже три альбома, которые очень страшно, да, три альбома за год, они не слушаются на одной ноте. Это работы, которые одна перетекает в другую, они логичны. Это очень интересно. Встречайте Дмитрия Трияльковского. Ты моя любимая, ты моя красивая, я люблю тебя, тебя заново всегда, ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, девонька моя, ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, ты моя жена. Богом сужена, мною ты разбужена, солнечная, светлая, лучшая, заветная, ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, девонька моя. Ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, ты моя жена. Ты моя надежная, вся такая сложная, верная и стильная, слабая и сильная, ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, девонька моя. Ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, девонька моя. Ласковая, милая, мною ты хранимая, сладкая, ранимая, ты моя жена. Алтай. И в штрихах рисунка узнаю мудрых гор уснувшую печаль. Убаюкан ветер твоей грустью, серость небосклона в дремоте. Обо мне задумалась, допустим, прокатуй в мелованной воде. А еще тоскуешь ты по лету, об алтайских соснах
и горах, и о том, что красотищу эту кто-то должен передать в холстах. Я тебя люблю, но ты грустишь, одя на заснеженную даль. А вокруг стоит такая тишь, в проводах заиндевела сталь. Убаюкан ветер твоей грустью, серость небосклона в дремоте. Обо мне задумалась, допустим, прокатуй в мелованной воде. А еще тоскуешь ты по лету, о балтайских соснах и горах, и о том, что красотищу эту кто-то должен передать в холстах. Желаний и любовный пыл, и нежность лепестков китайской вишни. Вишни, как хорошо, что я тебя люблю. Не в силах время залечить мне рану. Приходишь ты, когда я крепко сплю, и ставишь вишневеточку в стакане. В стакане. Как хорошо всегда тебя любить, когда ты на огромном расстоянии и не о чем с тобою говорить. Пусть вишня станет нашим расставанием. Пусть вишня станет нашим расставанием.
нашим расставанием. Мерцают звезды, мелькают мысли, летят идеи. Мы будем рано, мы будем поздно, мы будем, верьте. Снежинки тают, дождинки плачут, слезинки сохнут. И ветры шепчут, и горы стонут, и уши глохнут. Снежинки тают, дождинки плачут, слезинки сохнут. И ветры шепчут, и горы стонут, и уши глохнут. А годы стрелы, а небо космос, а море чаша. Любовь, надежда, надежда, вера, все это наше. Мерцают звезды, мелькают мысли, летят идеи. Мы будем рано, мы будем поздно, мы будем, верьте. Мерцают звезды, мелькают мысли, летят идеи. Мы будем рано, мы будем поздно, мы будем, верьте. Мы будем в детях, мы будем в генах, мы будем в сердце. И станем солнцем, и станем ветром, вы нам поверьте. Мерцают звезды, мелькают мысли, летят идеи. Мы будем рано, мы будем поздно, мы будем, верьте. Мерцают звезды, мелькают мысли, летят идеи. Мы будем рано, мы будем поздно, мы будем, верьте. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Мы спешим домой, кому-то очень нужные. Обувь насквозь пропитала ноги лужами. Лужами, лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Путь насквозь пропитала ноги лужами. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Хлынет дождь и станет сразу холодно. Зябкий ветер плечи обожжет. Капли с неба ранят дух уколами. Дома позабыт никчемный зонт. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Мы спешим домой, кому-то очень нужные. Обувь насквозь пропитала ноги лужами. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Обувь насквозь пропитала ноги лужами. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами.
грусть найдет тоскою непонятною. И захочется быстрее в уютный дом, чтобы ноги мокрые и ватные обогреть у очага теплом. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами мы спешим домой, кому-то очень нужные. Обувь насквозь пропитала ноги лужами, лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Обувь насквозь пропитала ноги лужами, лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Дочь, поймешь ли разум одиночество, или надо мокрым стать насквозь? Вряд ли вновь про зонт забыть захочется. Не надейся больше на авось. Лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами, лужами мы спешим домой, кому-то очень нужные. Обувь насквозь пропитала ноги лужами, лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Обувь насквозь пропитала ноги лужами, лужами зеркальными, лужами стеклянными, лужами. Ну и сейчас появится наш замечательный гость из Москвы, музыкант, который работает с нами уже очень много лет, он работает с нами с 2009 года. Тогда, в 2009 году, он впервые выступал на сцене наших фильмов-концертов, причем сцена эта располагалась в Париже, в Российском центре науки и культуры. Именно тогда впервые мы записали «Оси Солнцевского» на видео, и это все имело очень хорошее продолжение, поскольку автор он плодовитый, пишет много музыки, и затем он стал появляться на наших съемках в России. Но вот что интересно, что первое видео было записано не на наших съемочных площадках здесь, а именно на нашем выезде. Мы делали некоторые число лет, если быть точным, мы это делали 4 года, цикловой фестиваль под названием «Шансон по-русски в Париже» и второй такой фестиваль «Шансон по-русски в Германии». И вот Ося тогда, в 2009 году, был как раз на одной из наших съемок. Все это видео можно смотреть не только на YouTube, на нашем канале. Все это можно, естественно, видеть и на дисках формата DVD. Поскольку совсем недавно, в финале прошлого, 2015 года, мы собрали все видеосъемки Оси Солнцевского и издали ему полноценный сольный компакт-диск, который он получил буквально перед новым 2016 годом. Так что такой DVD тоже для вас доступен на музыкальном рынке России. Ну а сейчас Ося неоднократно приезжал на этот фестиваль, на фестиваль памяти Аркадия Северного. Он будет исполнять для вас специально подобранные произведения, в том числе и композицию, которая с названием «Ностальгия по СССР». Итак, Оси Солнцевский, Москва. Встречаем.
закат багряно золотой, степные ночи клятвы у оврага. Тебе пообещал я рай земной, я не поэт, к несчастью, я бродяга. Прости меня, прости за все, что было, измены, одиночество и боль. Меня бедой по жизни закружило, тебе со мной чуть-чуть не повезло. Жизнь без прикрас узнала ты со мной, суровою, правдивостью и ложью. Лиловый хмель чарующий весной, усталые шаги по бездорожью. Но я гонюсь за горизонтом синим, со зыбким счастьем мчусь далекий путь. Стегаю лошадей по мокрым спинам, но им усталым нужно отдохнуть. Аккорд метели под перепляс каминного огня. И сядешь ты у дочки на постели, придумаешь ей сказку про меня. Я знаю, ждешь, прости за все, что было, но путь мой к дому снегом замело. И пусть бедой на жизни закружила, зато нам в доброй сказке повезло. Забудь закат багряно золотой, степные ночи клятвы у оврага. Тебе пообещал я рай земной, я не поэт, к несчастью, я бродяга. Бесконечном беге не замечаю красоты весны, не замечаю мы ее цветенье, и прожигаю годы все в делах, и с каждым разом чаще дни рождения, и блеска нет, как в юности в глазах. С
вдохнуть бы воздух тех полей раздольных, где лишь колосья золотых хлебов, уснуть с молоткою под небом вольным и насладиться сказкой сладких снов. Хоть на денек бы там дали забыться, махнув рукой на прошлого залу, как в юности из памяти влюбиться и прошептать так робко: «Я люблю». А жили ведь, не ведая печали, и друг за друга каждый был стеной. Одним приказом жизнь всем поломали, распорядившись глупо так страной. Уж нет страны, и все чужими стали, и радость спала, и улыбка с лиц. А ведь когда-то все мы замечали, как падал снег и лист осенний ниц. Вдохнуть бы воздух тех полей раздольных, где лишь колосья золотых хлебов, уснуть с молоткою под небом вольным и насладиться сказкой сладких снов. Хоть на денек бы там дали забыться, махнув рукой на прошлого залу, как в юности из памяти влюбиться и прошептать так робко: «Я люблю». Последний школьный отзвенел звонок, и выпускной притих волшебным балом. На памяти последний лишь урок, во взрослую нас жизнь всех провожал он. Одноклассники, одноклассники, не забыто еще до пора. Одноклассники, одноклассники, были все словно брат и сестра. Одноклассники, одноклассники, стал за годы родным школьный двор. Одноклассники, одноклассники, с пожелтевших виньет лишь взор. А мысли там, где детство, что ушло, и первое признание не смело. Мы говорили пальцами стекло, обрисовав сердца, пронзили стрелы, и как тайком курили за углом. И звал отца директор очень строгий: года идут, и помним обо всем. Хоть разлучили нас судьбы дороги, одноклассники, одноклассники,
забыты еще до пора. Одноклассники, одноклассники были все словно брат и сестра. Одноклассники, одноклассники стал за годы родным школьный двор. Одноклассники, одноклассники с пожелтевших виньет лишь взор. Куда кто беден, кто богат, по-разному у всех, но все ж сложилось. Костян и Федя в офисе сидят, а Катька вовсе за границу смылась. Собраться бы опять, как в старину, и утонуть в воспоминаниях детских, в который раз на фото я смотрю. Где молодые, где были мы все вместе. Одноклассники, одноклассники, не забыто еще до пора. Одноклассники, одноклассники были все словно брат и сестра. Одноклассники, одноклассники стал за годы родным школьный двор. Одноклассники, одноклассники с пожелтевших виньет лишь взор. Одноклассники, одноклассники не забыто еще до пора. Одноклассники, одноклассники были все словно брат и сестра. Одноклассники, одноклассники стал за годы родным школьный двор. Одноклассники, одноклассники с пожелтевших виньетом лишь взор. Одноклассники, одноклассники с пожелтевших виньетом лишь взор. Ветер стих, не гудят провода, замерли на веточке клёна, лишь куда-то плывут облака, и, наверное, далёко-далёко, лишь куда-то плывут облака, и, наверное, далёко-далёко, я бы сел бы на вас и ушёл от врага, от любви, от ласки земной. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой.